Задача номер 10 по геометрии из основного государственного экзамена по математике для 9 класса. Длина хорды окружности равна 88, а расстояние от центра окружности до этой хорды равно 33. Найдите диаметр окружности. Обозначим хорду AB, а центр окружности точка O. Тогда нам известно расстояние от центра окружности до этой хорды. Мы знаем, что расстоянием от точки до прямой является длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на данную прямую. Это значит, что вот этот перпендикуляр, то есть это значит, что расстояние равно перпендикуляру, тоже обозначим вот таким образом букву С. То есть ОС это расстояние от центра окружности до нашей хорды. Далее соединим точки АО и ОБ, то есть концы хорды с центром окружности, вот таким образом. Тогда мы получим равнобедренный треугольник. Почему? Потому что АО равно ОБ и равно радиусу окружности. То есть ОА равно ОБ и равно радиусу. А нам нужно найти диаметр. То есть нам нужно найти диаметр, который равен двум радиусам. То есть именно эту величину нам нужно будет записать в ответ. Как мы это сделаем? Поскольку данный треугольник равнобедренный, то есть из равнобедренного треугольника, треугольник АОБ равнобедренный. Равнобедренный. А это значит... Это значит, что высота ОС является медианой и бисектрисой. То есть, таким образом, точка С делит отрезок АБ пополам. Это значит, что АС равно АС равно БС и равно АБ пополам. АБ деленное на 2. АБ нам известно. АБ это длина хорды, она равна 88. 88 делим на 2, получаем, да, делим на 2. 88 мы делим на 2, получаем 44. Таким образом, ОС нам известно это расстояние от центра окружности до хорды, оно равно 33, а АС равно 44. Теперь по теореме Пифагора можно найти радиус, который равен АО, длине гипотенузы данного прямоугольного треугольника АОС. То есть из прямоугольного треугольника АОС по теореме Пифагора найдем гипотенузу. Таким образом, АО квадрат, АО в квадрате равно АС квадрат плюс ОС квадрат. Откуда АО равно корню квадратному из АС квадрат плюс ОС квадрат. Подставляем вместо АС 44. То есть 44 в квадрате плюс ОС это 33 в квадрате. Вычислим следующим образом данный корень. 44 представим как 11 на 4 и возведем в квадрат каждый из сомножителей. То есть получается 44 это 11 на 4. Значит, получается это будет 11 в квадрате да на 4 в квадрате. Почему? Потому что 44 это 11 умножить на 4. Да еще это произведение нам нужно возвести в квадрат. Это значит нужно каждый из сомножителей возвести в квадрат. То есть получается 11 в квадрате умножить на 4 в квадрате. Плюс... 33 представим 11 на 3. То есть получается 11 в квадрате умножить на 3 в квадрате. Теперь 11 в квадрате можно вынести за скобки. Тогда у нас получается корень из 11 в квадрате умножить на 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. 4 в квадрате это 16, 3 в квадрате это 9. 16 плюс 9 25. То есть получается надо извлечь корень квадратный из 11 в квадрате и из 25. Корень из 11 в квадрате это 11. А корень из 25 это 5. То есть получается 55. Но нам нужен диаметр. А диаметр равен двум радиусам.
то есть двум длинам отрезка АО. То есть получается диаметр равен двум радиусам, а значит нужно 2 умножить на 55. Получается 110. И это значит, что в ответ мы должны записать число 110. Задача решена.